20 сентября в Галском гуманитарном колледже состоялся круглый стол на тему «Спрос на рынке труда в Абхазии на различные профессии в отдаленных районах и сельской местности с акцентом на профориентацию и гендерное равенство, учитывая формальное и неформальное обучение». Организатором встречи выступил Дом юношества города Ачамчира. В нем приняли участие специалисты из разных сфер деятельности. Задачей круглого стола являлось выявить наиболее востребованные профессии в районе, учитывая мнение молодого и взрослого населения с акцентом на выпускников из отдаленных сел района. Мы знаем, что вы работаете с молодежью, и мы хотели бы понять, что же необходимо, чтобы мы могли бы вот какие-то программы создать и развивать именно для вас. Вот с Ачамчирским домом юношества мы думаем о том, что мы сможем профинансировать небольшой проект по тренингу. Мы хотим все-таки от вас услышать, какой же тренинг наиболее полезен, и чтобы вот в стенах этого замечательного колледжа можно было создать такой магнит, куда молодежь приходила за знаниями, за новыми возможностями и уходила уже с специальностями. Далее с докладом выступил методист районного отдела образования Патага Махария. Он зачитал информацию о выпускниках прошлого года, добавив, что планируется провести опрос учащихся сельских школ, о том, какие направления им интересны и куда они хотели бы поступать. В прошлом году учебном выпускников 11-классников было 287, 9-классников 255. Из 255 девятиклассников 12 ушли из школ, они ушли в профессионально-технические заведения. Это 9 класса. 11 класса учащиеся 83 человека поступили из 287 вузы, 27 по Абхазии. Один из учащихся поступил в Сухумский медицинский колледж, ну, ученицы это. 26 в Абхазском государственном университете. Что касается вообще желания учащихся, мы с Гундой Георгиевной обсуждали на прошлой неделе. Я ей пообещал, что мы опрос проведем по сельским школам, куда бы они желали поступить, 8-9 классы по окончанию школы, если у них какое-то желание будет. И у нас есть список тех специальностей по колледжу, которые они предложили для себя и как они это видят. Это сантехники, слесари, повара, кондитеры, парикмахеры, водители, дизайнеры, флористы, лечебное отдело, программисты, фотографы, механики и строители. В ходе встречи было решено открыть в Галском гуманитарном колледже курсы кондитера, электрика и сварщика. Содействие в этом окажет ЕС ООН и World Vision. Цель сегодняшней нашей встречи – это улучшение среды специального образования в Абхазии. На круглый стол были приглашены люди, которые работают с молодежью, сотрудники школ, народного образования, гражданское активное общество, которые бы могли повлиять на жизнь молодежи сегодня в городе, чтобы выбрать какие-нибудь неформальные, краткосрочные обучения, где ребята могли бы набрать навыков, знаний, чтобы могли использовать в своей жизни. В основном мы здесь больше даем фокус для девушек, подростков, которые закончили 9 классов, 11 классов. И это среднее специальное звено, которое немного трудно найти себя. Мы хотим по их интересам, по их желанию создать здесь краткосрочные обучения. Ника Гачава, Борис Цацуа, Илона Микава, ГАЛ-ТВ.